Maybe, you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Один это из чего подвал есть. Подвал и залит бетоном, это такая большая бетонная монолитная конструкция. То не так-то это страшно, даже если будет в вытяжке. У вас, что пострадает, это люди, которые будут мыться, потому что это чудовищно. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. Ну, недаром у нас все фундаменты. Ребята, помощь нужна? Yes, he is a dickhead. Absolute dickhead. Investment from Barclays and put your global hat on, Henk, and look at the euro. How's it faring? Under pressure, comments made by the European Central Bank Mario Draghi at the Jackson Hole conference last week, raising market expectations of quantitative easing. Not over. That other track up in there. Holy moly. Oh, it's a bunch of girls. Oh, shit. Oh, gosh, she's pissed off. And the girl had her window open. Oh! You missed! Now what are they gonna throw? Give me the bird! Holy moly. Really? Are they gonna keep going? I guess. Road rage. Oh god, it's getting terribly close to them. Now what? They're throwing. Oh my gosh! Really? Oh jeez. Oh my god! Holy shit, they almost crashed. Oh Jesus. Oh god. Oh my gosh.
hell. She hit the car. Нормально, блядь. Так, блядь, ездит. Поехали, пацаны. Воздействия на ситуацию в Сирии у американцев нет. Наступление на Ракку отложено. Вот красивую вазу и поставите в него пучок травы. Ёбаный в рот, сука. А живой предмет, ты чего возьмешь? Ёбаный в рот. Жильникова чего-то не хватает. Один алюминиевый чайник, и ты, мне кажется, далеко не уедешь. Сойти с ума можно. Вот такой вот комбинации. Может быть, все-таки что-то возьмешь с собой хотя бы... Ha 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 ha!
нормальный пейзажем себе рекомендуют. У нее сбивается пор, краска и замедляется рост. Теперь птичка от самой земли ствол и основания. И основания скелетных веток. Тонкие ветки можно побелить только с южной стороны. Они будут защищены от солнца. Итак, у нас пишет мама Лена. Она передает привет своей дочери Катюше Мамичевой. Очень тебя люблю. От Ольги Полорусовой из Самары. Привет, Самарскую область. Просто Олечке захотелось написать что-нибудь. Какого-то конкретного не придумал, но так вот прям быстро нехорошее решил поделиться. Привет вам. И хорошей погоды, Самара. От жены Светланы и дочери Миланы, мужу Льву Мацу, без имянного привет. Сейчас работаю, прямо реально школе, чтобы хотя лучше будет. Просто же продолжим тему, дебил, блядь. Да, там будет обгудаю. Этот вопрос власти, во-первых, планируют организовать еще 6 автовокзалов до 2016 года. И, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут. И, в общем, избой по химии я не вылезала, дали. Да, понятно, спасибо. Значит, Рома еще послушаем, из нас перезвали. Ромочка, добрый вечер. И глядя на группу товарищей в другом конце вагона, как это было? Это было в контексте литературы. Да, у вас-то, Влад. Надеть ее не собрала в вашем детстве. Поехали, назвать. Она не надевала бюстгальтер. И что, мы никогда не пропустили. Так что у вас снова телефона нету, сиди! Давай! Бляха-муха! Ёб твою мать! Капец, козёл, блин! Thank you.
кто пилот? Вот, вот, Джавахудил Махмудов. Ты за ним стоял в очереди? Такой белый, чумный, такой, да, такой, не такой, а негативный, да, негативный, такой, такой злой, прямо так, не знаю, что-то настроение плохое, ну я ему вроде все рассказал, там, ну, вы ему подскажите, он взлетит или нет? Калина, не пускай нахуй его. А он не собирается, он, видишь, поджимает. Ой, мама. Ну, что делать? Хуяли, блядь, убрался. Сука, блядь. Давай зацепимся. Нагляд, ебан, сука. Смотри, что тебе надо было тебе регистратор. Ментов вызываем, блядь. Слышь ты, блядь. Нахуя ты это делаешь? А что я сделал? Ментов, что ли, вызываем? Ты прёшь-то куда? Полосы-то, блядь. У нас регистратор работает, блядь. Взять машину, так, не зайди к нам. Ты знаешь, там, блядь, была катастрофа, ебаная.
Да он, по-моему, пьяный нахуй. Долбоёбище, блядь. Пиздец. Не переживай. На аварийку нашу. Says Swedish prosecutors have cancelled an appointment to interview him inside the Ecuadorian embassy. Thank you.
magazin, cum se deschide o mașină BMW fără cheie. Foarte simplu. Aha, nu-i chiar simplu. Nu-i chiar simplu. Bag pula, Andy. Ai văzut să deschis ușa de zic. Nu vreau să sparg geam. Nu merge. Trebuie să ciocan. Nu-i chiar să. BMW. Închisă bine. Asta cu foie înăuntru, știi? În... Da, da, nu, trebuie un almaz. Trebuie un Gigi, până nu faci un almaz, n-a sustat. Nu mă dau, uite-ai.